всем привет! Сейчас начался 2019 год, и у меня появилось чуть больше свободного времени, чтобы уделить YouTube-каналу. И сейчас я хочу подвести итоги прошедшего года. Начнем мы с World Export Battle и переместимся в конец 2018 года. Я должна была сделать вот так. Давай. Нет, определись, куда ты машешь. Интересно, а звук будет слышно? Вот так вот, я рукой закрыл. Звук слышно? Друзья, всем привет. Я, к сожалению, не купил микрофон, поэтому надеюсь, вам сегодня меня будет слышно. Мы уже подходим в Сокольнике, павильон номер 4. Там будет проходить выставка SN Pro сегодня, где мы, команда Mutant Clan, сражаемся на Vortex Battle'ах против Fit Stars в 1/4 финала. Самые крутые спортсмены, чемпионы и рекордсмены. Это гран-при с призовым фондом 1 миллион рублей. Команда Fit Stars. И их соперники. Команда. Начну в хронологическом порядке, и первым выступал я против Дмитрия Белоусова, который еще ни разу не побежден на World Export Battle. Брат, готовы? Да! А еще громче, вы готовы? Да! Ну что, атлеты готовы? Зрители готовы? Начиналось все неплохо, шли довольно ровно, но первую ошибку я допустил с самого начала. Так как за неделю до турнира получил травму кисти и без боли не мог выполнять почти никаких упражнений. Для нейтрализации я одевал фиксирующие бинты, но затянул их слишком сильно ввиду неопытности. И впоследствии я почувствовал, что предплечья сильно забиваются и кровь плохо циркулирует в руках. В середине батла я снял фиксаторы, но к тому времени уже это не сильно помогло. И вторая моя большая ошибка – это подтягиваться с рывками. Хотел сэкономить силы, но это вышло мне боком. Цепи болтались, и на втором подходе я получил сильнейший удар по затылку. На адреналине, в борьбе, я не в полной мере его ощутил, просто резко упала работоспособность. Как впоследствии оказалось, я получил сотрясение. И полвечера я промучился с нереальной головной болью, тошнотой и всем, что с этим связано. Как следствие, я уже не мог функционально в полной мере бороться и сильно проиграл медведю. Ну а сам Дима Красавчик прошел все упражнения ровно. Вторым из нашей команды выступал Артур Камышанов против Александра Дубинина. Этот батл, по моему мнению, был одним из самых ровных, учитывая сложность сета. Парни шли один за другим до самого конца. Решающую роль сыграло удержание мяча перед собой, где не без помощи судьи Fit Stars выиграл. На брифинге строго говорилось, что нельзя держать мяч ниже уровня пояса, в то время как в батле у Саши он половину времени провел именно там. Сейчас вы увидите этот кусочек из батла и сами сможете принять решение, честное было судейство или не совсем. В заключительной зарубе, которая, к сожалению, для нас уже ничего не решала, бился Артем Попов, где по делу уступил Арсению Жуйкову. Таким образом мы проиграли сильнейшей команде турнира. Кто знает, что было бы, попадем мы на любую другую команду. Исход мог быть совершенно другим.
Но это мы уже проверим в следующий раз. Помимо участия в батлах, мне посчастливилось их судить вместе с Дмитрием Липановым. И судили мы новую дисциплину, это были воркаут-батлы, где мы оценивали атлета в строгой манере судейства воркаут-элементов. Судить данную зарубу будут Григорий Скурихин, капитан команды «Мутант-клан», и второй представитель команды «Мутант-клан» Дмитрий Липанов! Один, старт! Ну что ж, дорогие друзья, поклонники такого прекрасного вида спорта, как воркаут. Сегодня Vortex Sport для вас подарил сразу две зарубы ведущих атлетов в этом виде спорта. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас битва двух настоящих. Полное видео этих заруб вы можете посмотреть на YouTube-канале Vortex. Возможно, организаторы Vortex будут смотреть это видео, поэтому хотелось бы отметить пару моментов, которые могли бы улучшить турнир. Первые несколько пунктов, я думаю, зависят от организаторов самой выставки СНПРО, так как было выделено, наверное, немного места, но все же раздевалки были крайне маленькими. Сама территория, отведенная Vortex, тоже была небольшая, зрителям негде было разместиться, не было ни трибун, ни специально огражденной зоны, где можно было комфортно смотреть батлы. Также атлеты не могли разминаться. То есть можно было размяться перед батлом очень маленькое время на площадке, а специальной зоны, отведенной для этого, не было. Экран, который был расположен очень низко, не давал видеть полную картину всем зрителям, которые стояли чуть дальше, чем первый ряд. Ну а для меня лично огромным недочетом было судейство воркаута и тяжелой атлетики, где в одних упражнениях дозволялись любые читинговые движения, а иногда и недопустимая техника, а у других все было строго. Очень показательно это выглядело в батле, который вы сейчас видите, где сражался Саратов против Семенова. Один делает выходы на две руки, а другой через одну. В целом же хочется оценить высококлассную работу всех организаторов, операторов, монтажеров, потому что видеоролики выходили очень быстро на YouTube-каналы с довольно-таки хорошим монтажом. Все проводилось без задержек, батлы шли один за другим. От этого не приходилось ждать полчаса-час, как это делают на многих других мероприятиях. Спасибо вам большое за приглашение, мы с радостью еще раз поучаствуем в ваших мероприятиях. Кстати, о предстоящих турнирах. В феврале Vortex снова проводит очередную серию батлов, где уже будут представлены воркаут-батлы. Так что, друзья, обязательно следите за данным проектом. Думаю, они нас порадуют красивыми противостояниями воркаут-атлетов. Сегодня в группе Vortex Sport я увидел пост об одном из знаменитых атлетов, Евгении Лосе, который регулярно тестирует сеты с турниров Vortex. И я подумал, почему бы нам с ним не забатлиться в рамках Vortex на предстоящем турнире. Тем более, как считает Алексей Шредер, он один из натуральных атлетов. Зрителям, я думаю, будет интересно посмотреть противостояние двух незафармленных воркаут-атлетов. Друзья, хочу вам рассказать о дальнейших планах. У меня висит два видео в монтаже, это с чемпионата мира по воркауту и с чемпионата Европы по стритлифтингу. Там я расскажу о всех нюансах, о судействе, о том, как проходил данный турнир и многом-многом другом. Поэтому подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить эти видео. Всем продуктивных тренировок, будем на связи. Вот эту вот фразу «у меня висит», я бы вырезала и куда-нибудь ставить.